Компания «Электромотор» представляет вашему вниманию стабилизатор напряжения «Люксион SDR-2000». Стабилизатор имеет удобный и сравнительно компактный дизайн. Весит 5 кг. Мощность прибора 2000 вольт-ампер. Он имеет две евророзетки с заземлением и двойной цифровой индикатор входного и выходного напряжения. В приборе присутствует автоматический предохранитель-регулятор высокого напряжения, короткого замыкания и перегрузки. Стабилизатор имеет встроенный сетевой фильтр помех. Тип стабилизации ступенчатый. Удобный при подключении и использовании. Данная модель стабилизатора напряжения предназначена для защиты одновременно нескольких устройств небольшой мощности, например, телевизора и микроволновой печи. По вопросам покупки стабилизатора напряжения Люксион SDR-2000 обращайтесь в компанию «Электромотор». Телефон в Киеве 5 300 38.